Приближается великий праздник Победы. Торжественный салют прогремит 9 мая на 8 площадках городского округа. Люберчане смогут увидеть фейерверк в Центральном и Наташинском парках. Но отмечу, места для запуска пиротехники предусмотрены во всех городских поселениях. Жители Малаховки смогут посмотреть фейерверк на стадионе труда, также в парке культуры и отдыха. Для красковчан салют будут давать у Большого Красковского карьера на улице Школьная, а также в деревне Марусина на территории 59-й школы. В Томилине запуск пиротехники предусмотрен во дворе гимназии номер 18. А для жителей Октябрьского победный салют прогремит со стадиона Балятина на улице Текстильщиков. На всех 8 площадках праздничный фейерверк начнется одновременно в 22:00. Луиза Игазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.